Ну а теперь информация о погоде на завтра. Прогноз на пятницу подготовила Юлия Карабасова. По народному календарю 5 июня – Леонтий Огуречник. В старину примечали, мошки и комары столбом вьются к хорошей погоде. А если восход солнца сопровождается духотой – к ненастью. По прогнозам синоптиков, завтра в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями погода. Температура воздуха днем – +17 градусов, в ночные часы – +15.